Всем привет! Пожалуйста, поставьте цифру от 1 до 10, чтобы я понял, как меня слышно и видно. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. И давайте сделаем маленькую перекличку. Мне очень интересно, из каких стран у нас сегодня люди на нашей встрече? Напишите, пожалуйста, вашу страну. Россия. Россия, Украина, это естественно. Да, Беларусь. Россия, Украина. Ой, уже быстро пошло. Украина, Россия, Беларусь, Израиль, Армения, Новосибирск, Россия. В основном Россия. Но я вижу, здесь есть и экзотические страны, типа Испания и что-то в этом роде. Хорошо, хорошо, друзья, мы будем начинать. Итак, сегодня наша задача в ближайшие 25-30 минут поговорить о том, как каждый из нас, как вы, сидящие перед экраном своего компьютера, можете создать очень мощный, доходный, золотой бизнес с помощью современных интернет-технологий. Я думаю, вы понимаете, что эта тема сегодня очень актуальна. Бизнес из дома, бизнес for home – это уже тренд 21 века. Вот я сейчас сижу дома, мне очень комфортно, здесь меня окружают близкие, и, естественно, мне очень приятно делать бизнес, который я могу делать из дома. И сегодня действительно самый лучший день, потому что это для многих первый день из выходных после напряженной трудовой недели. Для кого-то это день рождения, мы об этом тоже поговорим. Для кого-то возможность уделить время своим знакомым, близким, друзьям, любимым. Ну и для каждого из нас сегодня именно самый лучший день. По той простой причине, что это первый день из оставшейся нам с вами жизни. И наша задача сделать правильные выборы в этот день, чтобы следующие наши дни протекали в благополучии, процветании, счастье. И мы сегодня поговорим о том, как улучшить свое финансовое благосостояние, потому что цель любого бизнеса – это и есть доход. И наша задача в ближайшие 25-30 минут ответить на следующие 4 вопроса. О какой сфере бизнеса вообще идет речь? Где сегодня можно зарабатывать, сидя дома перед компьютером? Сколько вы сможете здесь зарабатывать? Насущный вопрос. Справитесь ли вы с этим и что вам нужно делать для того, чтобы зарабатывать? И несколько слов о себе. Меня зовут Николай Лобанов. Кто-то меня знает, кто-то нет. Но я уже более 25 лет в бизнесе вообще. То есть я по духу до мозга костей предприниматель и бизнесмен. И последние 5 лет я в интернет-бизнесе. И пришел в интернет не от хорошей жизни, многие, наверное, так же. То есть я пришел после того, как разразился кризис 2008 года. Нужно было что-то менять, нужно было выводить свой бизнес на более высокий уровень, и я стал осваивать интернет. Конечно, это непросто человеку моего возраста прийти в интернет, когда ничего не знаешь даже, как электронную почту завести. И мой путь к доходу был довольно непростой. Где-то через год, через полтора освоил многие моменты, партнерские программы, автоответчик, YouTube и прочее, я стал зарабатывать деньги. Но смею вас уверить, ваш путь к деньгам будет гораздо короче, гораздо быстрее. Вам не нужно осваивать HTML-коды, создавать свои сайты, блоги, рассылки, нет. Все это уже есть, вам только нужно взять это на вооружение и начать свой бизнес. Тем более, что тот бизнес, та сфера, которую мы предлагаем, связана с золотом. Вот очень интересно. Сегодня очень много товаров, продуктов. Сегодня многие продвигают свои курсы, тренинги и так далее. Но все это устаревает. Любой товар, любой продукт ожидает как минимум моральная старость, чаще физическая. Но золото – это продукт, который не стареет не то что с годами, столетиями, но и даже тысячелетиями. Тысячелетия назад золото было важнейшей составляющей бизнеса и валюты. Сегодня то же самое. Золото – это самый популярный металл в мире. Какую бы мы ни взяли страну, эпоху, во все времена золото являлось драгоценным металлом. И это самый надежный источник накопления богатства. На какого бы богатого мы человека ни посмотрели, обязательно мы увидим какую-то связь с золотом. Это либо внешнее какое-то свидетельство, либо его бизнес связан с золотом, либо он является инвестором, инвестируя в золото. То есть это прерогатива именно богатых людей. И, конечно же, это интернациональная валюта, потому что страны между собой рассчитываются именно при помощи золота, а не при помощи бумажных денег. Это инструмент инвестирования, это финансовая стабильность, большая ликвидность и, конечно же, это очень приятный подарок. Я думаю, любому из нас приятно, если бы кто-то дарит на день рождения или другой праздник золотое изделие.
или золотой слиток. А как вы себя будете чувствовать, если вы преподносите на праздник своим близким людям или тем, кто вас пригласил на торжество, золото? Я думаю, это здорово. Это замечательно. Почему не деньги? Почему золото? Мы понимаем, что даже валютные лидеры, доллар и евро, постоянно теряют свою ценность. Вы видите, сколько вот этот человек несет заготовок для печатания долларов. И он это делает ежеминутно. Представляете, сколько долларов выпускается каждый день, причем даже не в одной стране. И естественно, это приводит к тому, что доллар падает в цене, его ожидает инфляция. Это неизбежность нашего времени. Ну а золото – это стабильность. Это гарантия финансовой стабильности, и мы с вами тоже можем распоряжаться золотом. Мы можем его, например, приобретать и покупать для того, чтобы заработать на инвестиции, для того, чтобы надежно, уверенно накопить, скажем, на какое-то приобретение, машину, дом, путешествие, на обучение своих детей, внуков, рождение ребенка. Очень важный момент – это накопление на пенсию. Потому что сегодня специалисты говорят, что самая лучшая пенсионная программа – это с каждой зарплаты или с каждого дохода покупать несколько грамм золота или золотую монету. Тогда к пенсии вы будете обеспеченным. И вы не будете зависеть ни от государства, ни от политики. Вы можете в любой стране жить с такими деньгами и помогать своим близким, родным и даже детям. Вот смотрите, только за 4 года, с августа 99 года по наше время, цена на золото выросла с 256 долларов до более чем 1300. Всего лишь за какие-то 4 года. Ведь золото – это востребованный товар, на котором можно зарабатывать очень и очень серьезные деньги. Давайте посмотрим, как менялась цена на золото за последние 40 лет. Вот здесь, в 70-е годы, унция золота – это 31 грамм примерно, стоила 35 долларов. Грубо доллар за грамм. На сегодняшний день цена больше 1300 долларов. Больше чем в 30 раз выросла цена на золото. И мы с вами живем как раз в то время, когда вот этот пиковый рост – это веяние нашего времени. Опять же, потому что доллары и евро, они печатаются в неограниченных количествах. Вот темпы, которыми сегодня банки покупают золото. Они понимают, что дело пахнет жареным и надо что-то делать. Они стараются остаться в золоте, а не в бумажных деньгах. Если мы с вами прислушаемся к этому, мы тоже с вами будем идти, используя эту стратегию. Сегодня очень рискованно хранить свои деньги, сбережения, доходы в долларах. Если вы хотите сохранить на самом деле, то нужно хранить именно в золоте, в вечном металле. И у нас с вами есть три способа зарабатывания денег на золоте. Это заработок на росте цены золота при инвестировании, это заработок на комиссионных от розничных продаж слитков золота, это заработок от бизнес-структуры на партнерской программе. У новичка всегда возникает вопрос, как работать с золотом, где брать золото, как его продавать. Да, это, наверное, вопросы, которые задает именно новичок. У нас для вас есть очень хорошая новость. Вы знаете о том, как вы можете зарабатывать на золоте, сидя дома перед компьютером, перед интернетом. И именно об этом мы сегодня говорим. Потому что речь идет о очень серьезном, надежном, долговременном бизнесе с очень серьезными доходами, связанные с партнерской программой немецкой компании CaratBars. Сразу скажу, что эта компания относительно новая. Она возникла в 2011 году. То есть в смысле бизнеса это немного 3 года, но компания 3 года работает на мировом рынке, 4-й год уже. А к нам в русскоязычный рынок, в русскоязычный сектор она только пришла. Буквально 3 месяца назад появились первые партнеры на русскоязычном пространстве, которые стали дистрибьюторами, партнерами компании CaratBars. И вместе с CaratBars мы можем и инвестировать свои деньги, и проводить торговые операции с золотыми слитками, и создавать бизнес-структуру, и зарабатывать очень серьезные деньги, и, естественно, легко их выводить. К сожалению, сегодня есть в интернете множество компаний, которые якобы дают заработать людям. И люди видят даже деньги в своем бэк-офисе, но потом не могут их вывести. Или с большим трудом их выводят. Здесь все гораздо проще. Германия – это страна строгих законов, это серьезного отношения к бизнесу, качества, эффективности. И поэтому здесь все гораздо эффективнее. Вы выводите деньги при помощи вот такой пластиковой карты. Именной пластиковой карты, которая изготавливается английским банком. Одним из известнейших английских банков. И это уникальная карта. Мы сегодня долго и много не будем говорить о компании, о продукте, об этой карте. Об этом есть специальное занятие. После окончания нашей встречи будет второе занятие, где можно будет более детально об этом всем узнать.
Скажу только, что с помощью этой карты вы в день можете выводить до 750 евро. Больше 1000 долларов, вставив эту карту в банкомат. Вы можете рассчитываться в магазине до 6000 евро одной сделкой. Вы можете расплачиваться в интернете, на заправке. То есть это полнофункциональная карта, которая решает все ваши проблемы. Ну и давайте посмотрим вообще, какие деньги здесь можно зарабатывать. Скажу сразу, что у нас только первые месяцы. Например, я в этом бизнесе всего лишь 2 месяца. Поэтому те люди, которые вот здесь показаны, они меньше. Кто-то пару недель, кто-то месяц. И вот первая у нас Нила Мальвинская. Причем хочу, чтобы вы поставили свои плюсики, потому что у Нилы сегодня день рождения. Самый лучший день. Поставьте плюсики в виде ваших аплодисментов. Пусть Ниле будет приятно. Она сегодня здесь, на нашем мероприятии, вместе с нами проводит свой день рождения. Итак, в первый месяц Нила заработала 408 долларов. Для Украины, где живет Нила и где я живу, это деньги уже приличные. К сожалению, большинство людей, которые ходят на работу каждый день, не зарабатывают таких денег. 200-300 долларов – это вот средняя нормальная зарплата на Украине. Здесь в первый месяц уже более 400. Вот что говорит Нила. Это огромный шанс для нас, тех, кто еще успевает использовать первую волну этого по-настоящему золотого бизнеса. Все, кто хочет, могут получить здесь просто фантастические результаты в кратчайший срок. Здесь все есть для этого. Мощная программа обучения, очень сильная команда, беспроигрышный продукт. Всех приглашаем осуществить свои мечты с компанией «Каратбарс». И для того, чтобы вы начали зарабатывать на золоте, сидя дома перед интернетом, у вас уже есть все. Фактически есть бизнес под ключ, потому что у вас есть уникальный, практически сам себя продающий товар – это золото. Это бизнес-проект «Каратбарс», где предусмотрена многоуровневая система вознаграждения, а значит доходы здесь практически не ограничены. Это автоматизированная маркетинговая система «Каратбарс Автоматика», о которой мы чуть дальше поговорим. То есть это уже готовый бизнес, вот это важно понять. Еще посмотрим несколько историй. Беларусь, Гомель, Сергей Уласевич. Я думаю, вы понимаете, что Беларусь – это та страна, где бизнес вообще делается непросто. Бизнес в интернете тоже. Но Сергей пришел в бизнес и сразу мощно строит бизнес. У него уже мощная команда и в Беларуси, и в России, и в Казахстане. За первые 1,5 месяца заработал 1400 долларов. Вот что он пишет. Многие часто хвастаются тем, что знакомы с богатыми и успешными людьми. Не тратьте времени. Заходите в нашу команду «Каратбарс» и сделайте так, чтобы все гордились знакомством с вами. Да, естественно, богатые люди, известные люди, не всегда являются гордостью знакомств, связи и так далее. Итак, что же такое «Каратбарс Автоматик»? Это автоматизированная маркетинговая система, которая позволяет каждому из вас очень просто, эффективно построить бизнес именно через интернет. «Каратбарс Автоматик» поможет вам найти потенциальных партнеров в интернете, превратить их в реальных партнеров «Каратбарс» и, главное, обучить их. Ведь очень многим навыкам, вещам нужно обучаться в интернете. Здесь не только вы сами научитесь, но и обучат ваших потенциальных партнеров, даже если они новички, чайники и так далее. Вот это очень важно. И вы к этому не прикладываете никакого участия. Это делает за вас «Каратбарс Автоматик». То есть 80% работы выполняет за вас именно автоматическая система «Каратбарс Автоматик». Вот еще пример. Санкт-Петербург, Россия, Марина Александрова. В первые 2 недели ее доход 700 долларов. Тоже очень хороший результат. Уверена, вы неоднократно слышали о возможностях заработка в интернете, говорит Марина. Но думали, что все это не для вас, потому что вы не умеете приглашать, у вас нет навыка работы в интернете, вы не умеете делать сайты, блоги, рассылки и так далее. «Каратбарс Автоматик» сделает это все за вас. Компания «Каратбарс» и система «Каратбарс Автоматик» – это простой способ обрести финансовую независимость и изменить качество своей жизни. Итак, «Каратбарс Автоматик» дает просто уникальное обучение, обучение от экспертов. Это возможность обучиться тому, как правильно и эффективно привлекать трафик из социальных сетей, как использовать самую массовую социальную сеть ВКонтакте, как продвигать свой бизнес через YouTube. Вы получите совершенно уникальные инструменты и технологии для продвижения в бизнесе, вас обучат рекламному копирайтингу и прочее, прочее. То есть здесь вы получите все, что необходимо для развития вашего бизнеса. Еще примеры. Олег Акимов, Тюмень, Россия. В первые 2 недели доход 855 долларов. Вот что он говорит. Услышал про компанию «Каратбарс»
Я долго не раздумывал. Зарегистрировался и оплатил сразу золотой пакет. Уверен, это самая захватывающая возможность и самый лучший способ сохранения и приумножения вашего капитала. Да, это действительно так. Итак, что вам предлагает Карадбарс Автоматик? Вы получаете четырехшаговую систему продвижения своего бизнеса. Мы сейчас находимся на первом шаге, где мы общаемся с новичками, людей, которых пригласили первый раз на встречу, чтобы они хотя бы поняли, о чем вообще идет речь. И любой человек, который становится партнером Карадбарс Автоматик, получает ежедневную профессиональную рассылку. Он получает копирайтинговые письма, которые ему дают большую информацию, приглашают на новые встречи, на обучение. Здесь идет мощнейшее обучение и школы по привлечению и поиску новых партнеров в ваш бизнес. То есть здесь бизнес на автомате. И профессионалы Карадбарс Автоматика работают на вас и за вас. Здесь профессиональные копирайтеры, маркетологи, программисты, то есть люди, которые знают свое дело, дизайнеры. Это все делается за вас. Еще примеры. Елена Сухова, Новосибирск, Россия. В первый месяц доход $1415. Вот что пишет Елена. Дорогие друзья, я в бизнесе Карадбарс новичок, но мой чек увеличивается с каждым днем. Команда растет, и это не может меня не радовать. Вся моя страсть и увлечение направлены на развитие себя и моей команды. Я хочу стать долларовым миллионером, не меньше. И для этого у меня есть все. Компания Карадбарс является достойным инструментом для этого. И маленькое отвлечение, небольшая шутка. Вот буквально на днях Елена Сухова в своем ВКонтакте написала. «Друзья, мой бизнес увлекает меня и потешает». Подписался сам Владимир Путин на автоматик Карадбарс. Не удивляйтесь, если завтра и Обама, и Меркель подпишутся. Приколы бывают в бизнесе. Скучать не приходится. Да, у нас веселый бизнес. И бизнес нужно делать легко и весело. Вот еще одна наша звезда. Дальневосточная. Это Хабаровск. Евгения Алпатова. Доход в первый месяц $1420. Вот что пишет Евгения. Я шла к этой компании 3 года. Я знала, что когда буду готова, судьба мне сделает подарок. Если бы мне 3 года назад сказали, у тебя есть шанс заработать $1 миллион, я бы долго смеялась. А сегодня я готова. Готова работать и зарабатывать свой первый миллион. И это совсем не смешно. Карадбарс – это та компания, которая дала мне этот шанс, и я его не упущу. Да, возможно, новички думают, ну, $1 миллион, все говорят о $1 миллионе, это все сказки, это нереально. Ну, знаете, это нереально для тех, кто ходит на работу. Но вот возьмем реальный пример – компания Карадбарс. Относительно молодая компания. Скажем, в Америке бизнес развивается год, максимум полтора. Но уже в Америке, в Чехии и других странах есть люди, их больше 50 человек, которые имеют доход, вот услышьте, от 120 до 180 тысяч евро в неделю. 120-180 тысяч евро в неделю. Запишите, потом посчитайте, сколько это в долларах. И поймете, какие возможности дает Карадбарс. Вот это один из инструментов, который предлагает Карадбарс Автоматик. И многие видели эту страничку, она приглашает на наши встречи, на наши вебинары. Человек заходит, видит, сколько времени осталось до ближайшей встречи, кликает по кнопочке, заходит в комнату, либо оставляет свои данные. И если он оставляет данные, он уже в Карадбарс Автоматик, он включился. Он уже начинает получать письма и информацию. И уже Карадбарс Автоматик начинает работать на вас и на него. Вот еще примеры. Алан и Лариса, Санкт-Петербург, Россия. В первые 2 дня заработали $755 и 7 грамм золота. Вот что они пишут. Имеем 30-летний опыт работы в MLM на двоих. Огромную базу знаний в этой индустрии, остаточный ежемесячный доход и опыт построения команд. Шагая ногу со временем, вышли на интернет-пространство, чтобы найти достойный элитный бизнес. Кто ищет, тот всегда найдет. Карадбарс. Достойный элитный электронный бизнес. За 2 дня заработали 555 евро на двоих и 7 грамм золота в пенсионное накопление. Это начало нашего пути. Мечты сбываются. Возьмите курс на успех, и вы проснетесь богатыми. Естественно, в Карадбарс есть большое количество людей, которые зарабатывают деньги. И если есть среди наших участников такие люди, напишите просто, сколько вы заработали, вот сколько дней или сколько вы, может быть, недель в этом бизнесе, и какую сумму вы заработали. А я пока пойду дальше. Опять Украина, Донецк, Изабелла Лернер. И в первые 1,5 месяца ее доход $1808. $1800. Вы знаете, это доход очень серьезный для любого бизнеса на старте.
То есть средний бизнес требует вложений десятков тысяч долларов, чтобы иметь вот в первый месяц такой доход. Здесь все гораздо эффективнее. Здесь все работает и все крутится. Но, конечно, это нужно двигать и вам. И что пишет Изабелла? Что может быть надежнее золотой валюты в наше время? Я вижу огромные перспективы в бизнесе Karatbars и с удовольствием делюсь этой возможностью с окружающими меня людьми. Маркетинг просто удивительный. Очень сильная спонсорская поддержка. Как видите, к каждому слайду мы прикрепили скриншот из бэк-офиса, где видны доходы данного человека. Это реальные вещи, это реальные цифры, реальные люди. И важно, что это все только-только начинается. Первые люди, первые цифры, первые доходы. Итак, как начать зарабатывать Karatbars? Так, вот смотрите, я включил вверху кнопку, которая позволяет любому новичку, если он пришел по правильной партнерской ссылке, буквально сейчас, сидя на вебинаре, стать партнером Karatbars Automatic. Для этого вы кликаете по кнопочке, переходите на страничку, где вносите свое имя, электронный адрес, кликаете по кнопке «Получить доступ», и вы уже являетесь партнером Karatbars Automatic. Регистрация бесплатная, она ни к чему вас не обязывает, но дает очень-очень много преимуществ. Мы о них поговорим чуть позже. Итак, первым шагом вы регистрируетесь в Karatbars Automatic. У вас есть свой кабинет, в нем мощная статистика, в нем уже есть инструменты для продвижения вашего бизнеса, есть обучение. Вы можете посмотреть, кто является вашим спонсором, даже трех спонсоров вы можете посмотреть в своем кабинете. То есть это просто уникальный кабинет, который каждую неделю становится все более эффективным. И в кабинете есть кнопка «Начать бизнес». И когда вы кликаете по этой кнопке, вам предлагается приобрести продвинутую, профессиональную версию Karatbars Automatic. То есть есть две версии. Это демо-версия бесплатная и профессиональная версия, где вы за обслуживание платите 22 доллара в месяц. Если бы вы просто знали, что находится внутри, там столько обучения, которое стоит тысячи долларов. Там столько материала, столько инструментов, столько возможностей. И об этом мы сегодня поговорим после встречи, потому что сейчас появился совершенно новый инструмент, которого еще нет в интернете, нет ни в одной компании. Это как раз разработка Karatbars Automatic. Вы о нем узнаете в конце. И оплачивая всего лишь 22 доллара в месяц, вы получаете все это. И ваша задача попасть на следующую встречу, где вам более детально расскажут о том, как зарабатывать 500, 1000, 2000 и больше долларов с Karatbars. Все это в нашей вебинарной комнате. Ну и еще несколько историй. Это ваш покорный слуга Николай Лобанов. В первые полтора месяца мой доход составил 3890 долларов. Знаете, я не первый год в бизнесе сетевого маркетинга, но вот такой доход и для меня самого несколько необычен. Я зарабатывал гораздо большие деньги, но я зарабатывал их не в первый месяц. А вот в первый месяц такой доход – это все-таки очень серьезно. Но и это не предел. Вы можете иметь больше. Есть люди, которые зарабатывают больше и гораздо больше в Karatbars даже в первый месяц. Ну, хотя бы вот этот пример. Мой спонсор – моя жена Ольга Лобанова. У нас два бизнес-центра. У нее и у меня. И она в первые полтора месяца заработала 5970 долларов. Почти 6000 долларов. Я думаю, это более чем приличные деньги. Да, для Украины это вообще неприличные деньги. Вот что пишет Ольга. «За 14 лет в MLM замечу успешной карьеры. Ничего подобного я не встречала. Статистика в бизнесе и его динамика просто фантастические. Уверена, что пройти мимо проекта Karatbars сегодня – это большая глупость». Да, статистика действительно удивительная. Примерно 8 человек из 10, которые получают информацию, становятся партнерами Karatbars. И динамика бизнеса тоже удивительная. Вот мы 2 месяца в этом бизнесе, в команде уже почти 1000 человек, там без малого 1000 человек за какие-то 2 месяца. Вот такая динамика. И это еще не все. Karatbars, как всегда, дает вам больше. Любой человек, который зарегистрировался и до сегодняшнего дня просто бесплатно зарегистрировавшись, может участвовать в розыгрыше золотого слитка, который проводится еженедельно. Сегодня как раз тот день, когда будет разыгрываться очередной слиток золота. Но, правда, эта функция уже с 1 июля будет только для тех, кто имеет про-версию, профессиональную версию. Да, человек, имеющий профессиональную версию, участвует в розыгрыше. Каждую неделю разыгрывается слиток золота. Для этого нужно всего лишь пригласить 10 человек в Karatbars Automatic. И вы получаете билет для участия в розыгрыше. Если вы пригласили 20 человек, значит 2 билета. 50 человек – 5 билетов. И у нас есть люди, которые имеют очень большое количество приглашенных, и сегодня вы это увидите.
Такого еще не было в Рунете, чтобы каждую неделю разыгрывался слиток золота. И здесь вы видите уже первых 6 человек, которые выиграли свои слитки золота. На самом деле было 7 розыгрышей. Но Ирина Снегирева выиграла 2 слитка золота. И далеко не всегда слиток выигрывает тот, у которого много билетов. Бывает, что выигрывает и тот, у которого 1 или 2 билета. Поэтому и у вас есть все шансы войти в число людей, которые выиграют свой слиток золота. Здесь со временем будут и 10, и 20, и 50 человек. И вы можете быть одним из них. Вот эта страничка, кстати, которая приглашает к розыгрышу слитка золота. И это еще не все. Cardbus Automatic, как всегда, дает больше. У вас есть возможность использовать одноуровневую партнерскую программу. И когда вы, находясь на версии Pro, приглашаете человека на версию Pro, вы получаете от этого $5 от Cardbus Automatic. Пригласили 5 человек, ваши затраты уже окупились. Пригласили 10, у вас уже есть доход. 20 пригласили, тем более растущий доход. И вы, имея эти ежемесячные доходы, можете использовать их для того, чтобы войти в Cardbus. Вот это еще одна страничка, приглашающая в бизнес тех людей, у которых нет стартового капитала. Пожалуйста, у вас есть все эти инструменты. Поэтому я еще раз включу эту ссылочку, и вы можете пройти регистрацию. Если у вас не получается пройти регистрацию, это говорит только об одном. У вас не партнерская ссылка. Вы заходили по обычной ссылке. Поэтому вам нужно обратиться к тому человеку, который дал вам информацию, и взять у него партнерскую ссылку. Итак, друзья, после нашей встречи, нашей школы, мы сегодня еще проведем розыгрыш. Но не успевайте расходиться. Не торопитесь расходиться, потому что после розыгрыша будет еще очень важная информация, касающаяся нового продукта. Многие о нем знают. Это генератор скриптов. О нем расскажет человек, который это все создает. И я думаю, вам будет очень интересно узнать, что вас ожидает. Но сейчас для многих самое интересное – это розыгрыш слитка золота. Да, пока скажу. Здесь задан вопрос, как подключиться к розыгрышу. У меня 12 человек, Cardbus Automatic. Значит, вам, если вы не находитесь в топе, вам нужно взять, сделать скриншот в своем бэк-офисе и отослать этот скриншот в Cardbus Automatic. Электронная почта и скайп есть в вашем кабинете. Так, я вижу, что открылось уже. И мы с вами переходим к самой интересной части. Итак, мы будем сейчас разыгрывать. Разыгрывать золотой слиток среди участников, людей, которые пригласили в Cardbus Automatic по меньшей мере 10 человек. Но мы видим, что первая фамилия, Ирина Снегирева, нам уже известная, имеет 11 билетов. Поэтому шансы, что она выиграет и сегодня золото, у нее тоже довольно высоки. Следующие 12 билетов Светлана Махонькина. И мы со временем проведем вебинар, где эти люди расскажут о том, как у них получается приглашать еженедельно сотни людей. Дальше Марина Александрова. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь билетов. Гузель Мухаммед Шакирова. Татьяна Бойцова, 4 билета. Ритма Гульби. Артем Вязович. Если ошибся в фамилии, простите меня, 2 билета. Вячеслав Быков, 2 билета. Алекс Шульга, 2 билета. Валентина Цыкина, билет. И Олег Акимов, 2 билета. Многие фамилии здесь уже мы виделись с этими людьми. Да, они уже выиграли слитки золота. Но они продолжают работать, продолжают приглашать. И поэтому у них есть шансы и на эту неделю тоже выиграть золото. Как же мы с вами будем делать наш розыгрыш? Нам поможет в этом вот такой онлайн-генератор. Здесь все очень просто. Да, дайте я посмотрю, чтобы не ошибиться. У нас 45 билетов. Итак, я просто нажимаю на кнопочку и идет случайный выбор чисел. Но поскольку у нас 45 билетов, мы здесь вставляем цифру 45. И теперь у нас между 1 и 45 будут выпадать числа. Но еще не все. Я сейчас включу функцию «Исключить повторение», вот эту. И вот после нажатия кнопки мы узнаем номер человека, который выиграл сегодняшний слиток золота. Итак, кто-то возносит мольбы небу, кто-то зажимает большой палец, кто-то улыбается, кто-то ждет, а я нажимаю на кнопку. Поехали. 13. Ну, просто супер.
Замечательное число, замечательный день, самый лучший день. И мы сейчас посмотрим, кто же выиграл наш сегодняшний приз. Кто выиграл свой слиток золота? Переходим к списку. 13, 13, это еще не все. Я даже включу гимн. Вот, вот наш человек, который выиграл сегодняшний приз. Светлана Махонькина. Здорово. Я возвращаюсь в комнату. Итак, друзья, мы поздравляем Светлану Махонькину. Да, она первый раз выиграла свой слиток золота. И это справедливо. Лучше, когда будет каждый иметь по одному слитку, чем кто-то иметь будет 5, 10 или 20. Но шансы есть у всех. И Светлана заслужила свой шанс, у нее было приглашено больше 100 человек, и поэтому мы ее все вместе поздравляем. Здорово, классно, мы вас поздравляем, Светлана.